Расскажу вам о материале Cafonic Fiber P. Данный материал имеет толщину 10 мм. Изготавливается он из полиэстеровых нитей, термически спаянных друг с другом. Материал не содержит никаких клеевых составляющих, которые бы могли испаряться со временем, мигрировать в воздушное пространство и тем самым наносить вред человеку. Область применения материала – это полы, то есть работа по ударному шуму, либо облицовки на стены каркасные или каркасные перегородки. То есть здесь он применяется в качестве звукопоглощающего материала, которым заполняются каркасы. Для полов мы его используем как звукоизоляционный материал, который укладывается на основное перекрытие. Сверху изготавливается пескоцементная стяжка. Материал поставляется в листах размером 1 на 2 метра. Более подробную информацию о материале и способах его применения вы можете найти на сайте cafonic.ru.